Крыасауна, бассейн, кедровая бочка. Что может быть лепшим побаловать себе расслабляльными процедурами после напруженного дня? У спортсменов, которые занимаются у Гомельским областным центре Олимпийского резерву по паралимпийских и дефлимпийских видах спорту, все, как не только пленно тренироваться, але и поправить здоровье и снять стомленность. Марина Северьянова с подробностями. Яна слабовидущая, с другой группой инвалидности. Проблемы со зроком с детства. Але у девчины столько энергии, что вести замкненный лад життя, как часто бывает с неведущими людьми, не у ее характера. Яна замужем, муж так само инвалид по зроку. А вось их 11-годовый сын Макар на счастье бачить добра. Одразу за мать и с татом. 4 года тому девчина вырешила прийти у спорт. За этот час, занимающийся настольным теннисом, отримала шмат узнагород, которые дали стимул жить и развиваться далее. Але разом с тем спорт забирает и шмат силы, которые треба обновлять. У центра Олимпийского резерва для этого множество приемных и эффективных процедур. Тренировки у нас проходят 4-5 дней в неделю по 4-5 часов. Это возле стола. Поэтому нагрузка идет большая на ноги, на спину. И мы с удовольствием приходим в наш медцентр, чтобы пройти какие-то расслабительные, расслабляющие процедуры. Кресло массажное, кушетка массажная, в том числе. Вот ваша любимая что? Массажист. Катерина Поплауска – майстер международного класса по легкой атлетике. Покуль ее 7-годовая дочка тренируется в бассейне, мать расслабляется у кедровой бочцы. 15 хвилин, и ты абсолютно новый человек, каже Катерина. До речи, отримать процедуры, поплавать у бассейне, отпочить у саунах могут все жадающие. Со своими сынами Мишей и Давидом сюда пришла гамельшанка Марина. Покуль старейший сын отправился на занятки у бассейн, девчина записалась на массаж. А в это время, пока плавает старший сын? Я пришла на массаж. А вообще я еще заметила на третьем этаже тренажерный зал, поэтому вот очень хочу туда еще попасть, чтобы с пользой провести время. Але головное призначение здоровленшего комплексу центра – реабилитация спортсменов. Их у двух отделениях по дефлимпийских и паралимпийских видах спорту свыше 200 человек. Они занимаются вольной борьбой, волейболом, плаванием, легкой атлетикой, шоу-дауном, лыжными гонками и иншими видами спорту. И постоянно обороняют спортивный гонор региона и краины на споборництвах разных узров. Марина Северьянова, телерадиокомпания «Гомель».